Здравствуйте. В эфире «Большая область», программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня в выпуске. Весна в Большой области. Сургут готовится к паводку Аурай к лесным пожарам. Разбила на угнанной машине 6 авто и быстро убежала. В Новом Уренгое задержана молодая женщина, совершившая резонансное ДТП. По закону и справедливости. В Увадском районе прокуратура помогла семье ребенка-инвалида получить урезанную из-за бюрократических проволочек пенсию. Золотые потрошка. Из-за ошибки кассира жительница Ямала заплатила 256 тысяч рублей за килограмм куриных желудков и теперь не может вернуть деньги обратно. Весной в Большой области две напасти – паводок и пожары. Если вторые по большей части рукотворны, то первые – это природные явления, которые человек обуздывает с огромным трудом. Вот и в Югре реки начинают скрываться, а значит, все ближе – большая вода. И здесь играют роль размеры нашей области. Когда на юге региона реки уже очистились и масса воды сбитым льдом катится вниз на север, то она упирается в ледяной покров рек, на которых лед еще не таял. Чтобы такого не было, в низовьях лед взрывают. Именно это сейчас и происходит у Ханты-Мансийска. Слово нашим коллегам с окружного телеканала «Мегаполис». Прогремели взрывы в районе поселков Кирпичный и Нялина Ханты-Мансийского района. Взрывные работы провели специалисты учреждения Центра Спас Югория на реке Обь. Это необходимо для ослабления и разрушения ледяной толщи. Именно в районах автозимников и на резких поворотов участки реки самые затороопасные. Всего на реках Югры более 100 таких участков. По многолетним наблюдениям в этих местах они возникали неоднократно. Проведение превентивных мероприятий помогает избежать чрезвычайных ситуаций на территории региона. По словам директора Департамента региональной безопасности, Югра готова к паводкоопасному режиму. На контроле у специалистов остаются затороопасные участки на реках Обь и Иртыш в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. Несмотря на благоприятные прогнозы, более 5000 спасателей в боевой готовности. Организовано 64 пункта временного размещения. А взрывать лед на Оби близ Сургута планируется в конце апреля. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Известно и точное число – 29 апреля. Это на неделю раньше, чем в прошлые годы. По прогнозам синоптиков, сам ледоход ожидается в первой декаде мая. Как Сургут готовится к грядущему половодью и есть ли причина остерегаться паводков, узнала корреспондент телекомпании «Сургутинформ.ТВ» Анастасия Галимова. Уровень воды в Оби в этом году ожидается несколько выше, чем в прошлом. Однако, по словам сотрудников управления по делам ГО и ЧС, поводов для беспокойства пока нет. Согласно предварительному прогнозу, река не достанет до жилых домов. Запас по уровню воды составит около 1 метра. Это предварительный прогноз. И во второй половине апреля или начале мая ситуация может измениться, и прогноз по половодью будет скорректирован. Это зависит от того, как будут складываться погодные условия на территории автономного округа, а также Новосибирской и Томской областей. А в случае, если ситуация с паводками изменится в худшую сторону, в управлении об этом узнают заранее, заверили в мэрии. Там будут готовы оперативно проинформировать и при необходимости эвакуировать тех, кто живет на территории, которая может быть затоплена. В период весенне-летнего половодья сформирована группировка сил и средств РСЧС в составе 120 единиц техники, 26 плавсредств и 285 человек личного состава. На сегодняшний день, исходя из прогнозируемой паводковой обстановки, спланированных сил и средств достаточно. Несмотря на установившиеся в Сургуте морозы, толщина льда, согласно замерам, местами уже менее 20 сантиметров. На поверхности реки уже видны проталины и трещины. На реке Обь появились многочисленные проталины, что представляет опасность для людей, гуляющих по льду, снегоходчиков в основном снегоходчиков. Чтобы Сургут не напоминал Венецию, грядущему таянию снега готовят и городские улицы. Коммунальщики уже очищают дождеприемные решетки от снега, пропаривают колодцы от льда, чтобы вода могла уходить в ливневую канализацию. В городе продолжают вывозить собранный снег на полигоны. По состоянию на сегодняшний день у департамента городского хозяйства, подведомственных учреждений и подрядных организаций достаточно сил и средств для выполнения задач по минимизации негативных последствий при прохождении весенне-летнего половодья.
Несмотря на то, что спасатели готовы к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а коммунальщики уже выстроили график уборки и подготовки города к потеплению, погодные условия все еще могут внести свои коррективы в их планы. А чуть западнее в Урае уже готовятся к пожароопасному периоду. В прошлом году количество лесных пожаров в Югре превысило показатели за последние 10 лет. Площадь пострадавшего леса более 400 тысяч гектаров. В этом году пожароопасный сезон открывается 28 апреля. МЧС, пожарные, лесничие Урая и Кандинского района отработали тактику действий в чрезвычайной ситуации. Готовы ли службы к сезонным пожарам, расскажет корреспондент телекомпании «Спектр» Елизавета Портнова. В диспетчерский пункт Уральского филиала поступила информация в том, что в 414 квартале Уральского ТО Верхнекондинского участкового лесничества наблюдается возгорание. С Уральского филиала были направлены две группы ДПС для осмотра и дальнейшего тушения. Первыми прибывает команда авиалесоохраны. Их задача – остановить кромку огня и окопать место возгорания. Помощь идут ранцевый огнетушитель и лопата. К нам поступил сигнал о возникновении лесного пожара, условно, и мы выехали оперативно. Занимаемся окапыванием лесного пожара, чтобы он не распространялся. И потом дотушиваем и ликвидацию. Засыпаем все песком, либо мотопомпой, либо РЛО. И если есть подъезды, то пожарной машиной. По легенде, первая команда не справляется с возгоранием. На подмогу им прибывает пожарный расчет МЧС. Но огонь продолжает охватывать все большую территорию. Еще две машины – коллеги с мулами и лесопользователи. Четыре очага на 30 гектарах удалось потушить совместными усилиями. Настолько сложные пожары случались в прошлом году, когда их количество было рекордным за последние годы. Не случайно на учениях отработали именно усложненную версию лесного ЧП. Специалисты должны быть готовы к любой внештатной ситуации. Докладываю, тушение условного лесного пожара окончено. В данном тушении принимали участие Уральский филиал базы авиационной земной охраны лесов, 71-я спасательно-пожарная часть УМН и Спас Югория, пожарная часть поселка Мулами. Тушение данного пожара прошло без нареканий и потушено на площади 30 га. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Сегодня прошел завершающий этап подготовки к пожароопасному сезону 2023 года. Задачи успешно, все справились. Всех поздравляю, спасибо. Победить пожар – полдела. Важно его вовремя обнаружить и предотвратить распространение. В этом помогают современные технологии. В системе МЧС предусмотрен космомониторинг. Значит, у нас в части, то есть у личного состава, да, есть специальное приложение для мобильного устройства. Подключено термоточки, так программа называется. Все возгорания, которые обнаруживает спутник, то есть оперативно к нам приходит. На территории города Урая имеется у нас видеокамера, установленная на мачте, которая расположена возле главного узла связи. 28 апреля в Югре начнется пожароопасный сезон. Служба Урая и Кандинского района к нему уже готова. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. Наши города. Теперь о проблемах, которые мы сами себе подчас организуем. В Новом Уренгое, в микрорайоне энтузиастов, по непонятной причине девушка протаранила 6 машин и сбежала с места происшествия. Была ли виновница массовой аварии пьяна или под действием запрещенных препаратов? Этот вопрос стал главной темой обсуждения не только городских, но и федеральных СМИ и новостных пабликов. Продолжение истории в материале корреспондента телекомпании «Ямал» Виктории Воронецкой. Такое в худшем кошмаре не приснится автовладельцу. Черная легковушка за считанные минуты таранит сразу 6 дорогих машин. Из поврежденного внедорожника выбегают люди, а иномарка продолжает крушить все вокруг. За рулем оказалась девушка. Развив крейсерскую скорость, она стремительно сбегает с места происшествия. Очевидцы бросаются в погоню. Баху жалко. Да? Шум от ударов перебудил жильцов соседних домов. На улицу вбегают владельцы побитых автомобилей. У вас не задело? Меня нет. На такси подъезжают, эту картину. А картина действительно ужасающая. Кругом ошметки от автомобилей и растерянные жители. Только по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Но девушку это и не интересовало. Она продолжила свой спринтерский забег. Все поймали? Нет, а можно подъезжать? На Варенготе выдвигают разные версии. Возмутительница спокойствия была пьяна или поссорилась с молодым человеком. Некоторые и вовсе уверяли, что автомобиль девушка угнала. По горячим следам оперативно
Водитель Hyundai был установлен. Им оказалась девушка 1999 года рождения. Ранее судимая автоледи задержана. У нее нет водительского удостоверения. Собственница автомобиля, которым она управляла, подала на девушку в суд за неправомерное завладение транспортом, сообщили в ГИБДД. Даже спустя несколько дней после резонансного ДТП на месте происшествия остаются следы. Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе и то, была ли девушка в трезвом уме. Также специалисты выясняют сумму ущерба, а владельцам разбитых машин рекомендуют обратиться в свои страховые компании. Виктория Воронецкая, Тимур Брашитов, Татьяна Демьянова. Время ЕМА. Мало. Новый Уренгой. Это Большая область. Мы продолжаем, и вот что вы увидите далее. По закону и справедливости. В Увадском районе прокуратура помогла семье ребенка-инвалида получить урезанную из-за бюрократических проволочек пенсию. Золотые потрошка. Из-за ошибки кассира жительница Ямала заплатила 256 тысяч рублей за килограмм куриных желудков и теперь не может вернуть деньги обратно. На этой неделе исполнилось 75 лет тюменской геологии. Губернатор Александр Муор наградил работников отрасли, тех, кто внес огромный вклад в развитие нефтегазовой промышленности региона. Я рад сегодня в этом зале видеть широко всем известных наших ветеранов, которые приложили свою руку, отдали свою душу, сердце и лучшие годы своей жизни развитию нашего большого западно-сибирского топливно-энергетического комплекса. Всех еще раз поздравляю с этим замечательным событием, праздником, с юбилеем тюменской геологии. Отчет ведется от создания в Тюменской области первой нефтеразведочной экспедиции. С того времени в регионе было открыто более 900 месторождений. Все это время профессию геолога окружала атмосфера героики и романтики. Геология 63-го года. Это сколько будет? 60 лет ровно. Геология дала все, что необходимо в жизни. И профессию, и жизненные условия, и, как говорится, вывела в люди. Нам же остается только еще раз вспомнить слова из песни Владимира Высоцкого, посвященной первооткрывателям месторождений. «Бог нефти есть, и он сказал, бурите здесь». Так вот, именно благодаря геологам трон бога нефти до сих пор находится в нашей большой области. К другим темам. Прокуратура Увадского района помогла местным жителям защитить свои права. Семья ребенка-инвалида попала в сложную ситуацию с оформлением документов. Подробности истории в сюжете корреспондента Тюменской службы новостей Марии Ряниной. Лейла и ее супруг, собирая документы для справки об инвалидности маленького сына Арсения, не подозревали, что процесс затянется на долгие месяцы. Ребенок прошел обследование. Для этого семья специально из Увата ездила в Тюмень. Родители собрали все, как им казалось, документы. Правда, списка им никто не предоставил, так что действовали наугад. Пакет передали участковому педиатру в конце января. В начале апреля мы узнали о том, что у нас не хватает анализа, который выполняется месяц. Соответственно, это еще отодвигалось. Вот. На конечном этапе, когда уже все документы были готовы, врач сказал о том, что документы были переданы на оформление. На самом деле документы никуда не были переданы, они где-то зависли. Оформление справки об инвалидности затянулось на полгода. Родители опасались, что из-за задержки они потеряют пенсию ребенка по инвалидности. Когда уже все-таки была назначена пенсия, документы были отправлены. Нам сказали в пенсионном фонде о том, что пенсия будет начислена именно с того момента, с которого выпадали документы. И тогда уже в тот момент я решила обратиться в прокуратуру с заявлением о том, чтобы прокуратура инициировала проверку больницы о правомерности их действий. Установлено, что участковый врач допустила необоснованное длительное оформление направления малыша на медико-социальную экспертизу. Нарушены тем самым реабилитационный период и получение необходимых лекарственных средств. Направлено исковое заявление в суд о возмещении морального вреда. В январе этого года решение суда вступило в силу. Семья Лейлы получила денежную компенсацию 70 тысяч рублей. Мария Рянина, Виктория Кошелева, Игорь Лупашко, Тюменская служба новостей. Сырость и трещины на стенах. Такие условия проживания показали жителям дома на Мечникова, 13 в Сургуте, специалистам Общероссийского народного фронта. Члены ОНФ осмотрели многоэтажку, расположенную в микрорайоне Железнодорожников.
Подробности у наших коллег из телекомпании «Сургутинформ-ТВ». Просто меняем обои. Бесполезно. Здание было построено в 1977 году. Как считают жители, их дом может быть признан аварийным, а значит, людей необходимо переселить. Ранее администрация города заказала соответствующую экспертизу. Как объяснили журналистам, чиновники, согласно заключению специалистов, объект можно отремонтировать. Мое личное мнение, собственники вправе общим собранием определить источник финансирования и провести свою независимую экспертизу. Также взять, чтобы членство в СРО было. И если они докажут, что это действительно дом аварийный, то мы уже как администрация... никуда не денемся, это можно будет и выходить в суд и решать там или в таком порядке, в добровольном, показать две экспертизы, что мнения разнятся. Потому что на сегодняшний день мы самостоятельно не проводим экспертизу, есть процедура по 44-му ФЗ, где привлекаются подрядные организации, и они все проводят здесь. Нам дают готовый результат. В многоэтажке на Мечникова 70 квартир. Стоимость независимой экспертизы около 200 тысяч рублей, уточнил чиновник. То есть собственникам квартиры необходимо на общем собрании принять решение, проводить оценку состояния здания за свой счет или нет. В администрации также сообщили, что в 2016 году в этом доме проводился капитальный ремонт. Заменили сети тепло- и водоснабжения, канализацию. Имеющиеся на данный момент дефекты мог бы устранить еще один ремонт. Но сейчас на балансе дома недостаточно средств для этого. Сопроводим определенные письма в силовые структуры, также надзорные. Ну и, конечно, надо объективно провести саму экспертизу, вернее, объективную, потому что здесь побывали все. Попяли все, проблемы с жителями остались. Так дело не пойдет, надо ее кардинально менять. Ну и выйдем еще на администрацию, то есть вопрос должен быть завершен, должен быть логично быть. Либо действительно там все нормально и делается мероприятие, либо жители переселяются. Таким образом, представители Общероссийского народного фронта пообещали жителям рассмотреть различные варианты решения этой проблемы. Всегда ли при оплате товаров на кассе мы внимательно проверяем сумму, которую на терминал выводит кассир? Чаще просто пикаем картой, не глядя. Вот и героиня нашего следующего сюжета не обратила внимания и попала на очень крупную сумму денег. Второй месяц Галина Шефер из Нового Уренгоя бьется с предпринимателем, чтобы ей вернули деньги. Подробности истории у корреспондента телерадиокомпании «Сигма» Веры Потловой. У меня по правам потребителей, и мы такой же отправляли. Вот выписка с банка. Вот она сумма. 17 февраля Галина приобрела в мясной лавке пачку куриных желудков. За 852 грамма у нее попросили 255 рублей 60 копеек. Покупательница увидела цифру на весах, услышала озвученную к оплате сумму, провела по платежному терминалу карты и отправилась готовить ужин. Самый дорогой в своей жизни. Вместо граммов продавец вбила в кассовый аппарат килограммы. И лоточек субпродуктов обошелся Галине почти в 256 тысяч рублей. Женщина снятие столь внушительной суммы с карты заметила не сразу, так как уведомления об операциях по счету на телефон не получает. Она отбила и чек мне подала. Я молча положила в пакет и пошла. Через день я к ней пришла, продавец тот же. Мне сообщила, что неправильно сняли деньги. Я начала обращаться, что когда мне вернете, не я же это виновата, мне же продавец вбила в кассовый аппарат. Они мне сначала пообещали, что через дня три. Когда ошибка обнаружилась, Галина написала заявление на возврат средств в адрес предпринимателя, в чем магазине совершила ту самую покупку. Владелица точки какое-то время обещала деньги вернуть. Затем, сославшись на болезни и долгие банковские процессы, рекомендовала покупательнице просто ждать, а после и вовсе перестала выходить на связь. И Оксана Александровна мне сказала, если вам надо, пишите письмо, заявление в суд. А мне больше не названивайте. И отключилась. Это был у нас последний вот этот разговор. Отчаявшись, покупательница обратилась в полицию. Но в возбуждении уголовного дела ей отказали, мол, нет состава преступления. Деньги же сама отдала, чек должна была проверить. Следующей инстанцией стал отдел по защите прав потребителей. Штатный юрист помог составить исковое заявление в суд. Я думаю, что суд будет удовлетворить требования потребителя, так как налицо нарушение потребительских прав. Обман потребителя. Редакция связалась с владельцем ИП, чтобы выслушать и другую сторону конфликта. Голос на том конце провода утверждал, все необходимое для возврата денег сделано. В действительности вместо 0,800 чем-то грамм отбило 800 чем-то
килограмм. В действительности это было заявление в банк о возврате, написано было в тот же день. Ну, по срокам вы сможете сориентировать, когда? Я не смогу, я не банк, я все отдала. У банка есть свои нормативные сроки. Позвоните в банк. Я не буду с ней ходить ни на какие контакты. Вот она написала заявление, ей уже дали отказ в возбуждении уголовного дела. Уже дали, понимаете? Пусть идет в суд, обращается, будем вести дальше. В судебном порядке придет представитель и будет представлять интересы, будет предоставлять документы, все заявления о том, что мной были приняты абсолютно все меры. Деньги Галина копила на лечение. Из-за злополучной покупки его пришлось отложить. Когда сумма вернется женщине на счет, даже в теории подсчитать сложно. Суд рассматривает дело, решение вступает в силу, исполнительный лист передается приставам и начинается процедура принудительного взыскания средств. А это вопрос ни одного дня и ни недели. Покупателям тут один совет – смотреть на терминал, прежде чем прикладывать карту. Инженеры человеческих душ за решеткой. Тюменские писатели Анатолий Амельчук и Леонид Иванов посетили женскую исправительную колонию номер 13 в Тобольске. Там они провели творческую встречу и посмотрели спектакль, который подготовили осужденные. Подробности вояжа у наших коллег из телекомпании «Тобольское время». В женской исправительной колонии номер 13 театральный кружок работает с момента основания учреждения. Актрисы и режиссеры – осужденные. В творческом багаже уже десятки спектаклей. Такая самодеятельность – часть воспитательной работы. Для кого-то это то, что они никогда не пробовали. Это что-то новое для них. Они получают здесь опыт свой первый какой-то там. И театральный, в том числе танцевальный там, и так далее. Для кого-то это, вот как для меня, допустим, это моя работа. Среди почетных зрителей на этот раз тюменские писатели Анатолий Амельчук и Леонид Иванов. Они приехали на творческую встречу и подарили более 20 своих книг местной библиотеке. Это сборник рассказов, она вышла 2 года назад. Даже почти 3. И еще фильм-бук Анатолия Амельчука. В нем есть картина «Сибирская любовь» Федора Достоевского. Имя знаменитого писателя неразрывно связано с Тобольском. Сюда его доставили в 1850 году по пути на каторгу в Омск. Писателя на несколько дней поместили в пересыльную тюрьму при Тобольском остроге. Человек, который обрел свободу на каторге, обрел внутреннюю свободу на каторге, на сибирской каторге. Сибирь сделала его счастливым человеком. Поэтому вот я надеюсь, что здесь я найду благодарных зрителей этого фильма «Сибирская любовь» Федора Достоевского. Встреча с осужденными прошла в рамках соглашения, которое подписано между Федеральной службой исполнения наказания и Союзом писателей России. Общение с творческими людьми – тоже часть воспитательной работы с осужденными. Все-таки, хоть и осуждены, но они женщины, и хочется им чувствовать себя как на свободе. Это как глоток кислорода. Глоток кислорода помимо спектаклей, книг и фильмов, пение, танцы, вышивка, а основной элемент воспитания – работа на швейном производстве. Светлана Галикова, Шамиль Гулеев, Михаил Куричко, «Тобольское время». Такой увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи.